Все. Мы идем в музей. Идем в музей мишек. Сейчас зайдем туда. Надеюсь, что мы получим те впечатления, которые ожидаем. Ты была там? Нет, я не была, поэтому я говорю, я не знаю, что там внутри, но надеюсь, что очень интересно. Ну, гоу, идем. Такое интересное здание. Как во Франции прям. Это музей мишек. Вход 12 тысяч вон. Проходим. Посмотрите на это. Да это же дом Сильвании Фэмилис. Кто знает? У нас Оля фанат этой семьи. Там и всякие зайчики, кошечки, целая семья. Но они такие дорогие, если честно. В Ташкенте особенно. Я вижу уже, вон они. Сейчас у Оли просто взорвется мозг. Тут еще картины есть. Вот они, Сильвания. Посмотри, это же воздушный шар. Тут еще галерея картин. Смотрите. Ищем своих кошечек. Вон они. Ой, смотри. Вон они, белочки, которые я хотела. Мне нравились, вон там семья белочек. Это, знаешь, как дура. Вот там платье есть, смотри. Угу. Ой, а это же свадьба. Оля, иди сюда, иди сюда. У них свадьба. Строили фотосет уже. Некрасиво. Вот так, давай. Какая молодая, не могу просто. Коровки, барашки есть. А это кто? Это у нас собачки, кошечки. Я прям хочу все. Это же просто красота. Сколько надо денег, чтобы все это собрать? Смотри, ежики, ежики. Лисини, боже мой. Мило. Угу. Качели даже. Да, ты хотела. Я помню. Тут еще картины есть вообще. Вот он, домик на дереве, который я хотела. У Оли есть только папа с мамой и дочка. Всего 3 месяца. Кошки. А, кошки у тебя, да? 3 кошки. И, кстати, здесь нету, да? Я еще не видела. А коляски.
хочу к вам одного посмотреть. Собачки. Корги. Малютки вообще там лежат. Тимон этот, кто был Тимон и Пумба? Вон, семья, короче. Ой, боже, мама, ты посмотри. Сурикат или кто сурикат. Это, я не знаю. Кто был Тимон? Мам, я говорю, Тимон и Пумба. Вот они же твои. Нет? Они белые. Это Миша? А? Они там... Вот Оли, вот. Такие только вот. Вот они, вон. Да, иди сюда. Вот у нашей Оли вот. Я говорю, посмотри. Тимон и Пумба, Тимон Сурикат был. Можно бесконечно. А тут, смотрите, отдельные запчасти, предметы. Шубишки. А это вот эта башня, да, кстати, которую мы ходили. Зови маму. Где? Ой, реально лягушки еще есть. Королева. Я говорю, башня. Да. Там какой-то знахарь. Кланятся все. О, Будда. И девушки вокруг меня. Кланяться. Смотри, он кого вызвала арабская ночь. Они поют, Оля. Русалки, фишки, русалки. Смотри, боже мой, здесь трио поет. Космонавты, что это? А тут мишки. Альпинисты. Оттягивайся. Оп-оп. Когда еще, говорит, так посидишь? Боже, дети. Смотри,
территория. Смотри, колготки одели. Воруют. Пришли в отдел динозавров. Хвостом машет просто. Огромный. Всех этих мишек можно купить. Цены, конечно... Они Сильвани, наверное, они вообще заоблачные. Так, эти мишки стоят 34. Вот всего лишь эти три медведя. Мама, я нашла. Это же Хлои. Хаски Фэмили. Маленькие хасочки фэмили, корги фэмили. А, это чупаква, я думала, это корги. Мне вот такие нравятся. Ну вот, Олины. Олины. А вот пушистые. 4, вообще 40 тысяч. Понимаю. Тут есть, короче, еще вот хаски, я вижу, с великом, 34 тысячи. Чтобы вы понимали, вот этот набор стоит 220 тысяч. А вот этот зайка, ну, скажем, 50 тысяч, вон.